Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем с дочерью Ксенией в игру «Как достать соседа». Так, давайте посмотрим, на чем остановились. Мы, по-моему, прошли только три уровня. Наверное. Вот мы прошли эти пилотные серии обучения. А, два уровня только прошли. Понятно. Первого сезона. Два уровня первого сезона. Ну, давайте. Так, у соседа день рождения, как всегда, он празднует. Так, с собой любимым наедине задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Он одинокий человек. Жалко зрелище. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А ну как, пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага, разве так справляют дни рождения? И как решает... Вуди решает ему по-соседски помочь. Сейчас мы по-соседски мы ему поможем. Подсказка: с помощью пакости можно заманить соседа туда, куда надо. Ну все, ладно. Съемка. Давайте, это вроде как телешоу у нас. Как мы пакостим. Так, как достать соседа? Серии сюрприз ко дню рождения, да? Первый игрок все празднует, конечно, то, что он наконец-то пришел. Так, вау, я что-то там набрал-то. Минутку. Вот он. Привет. Подожди. Ну-ка, настройки. Чего у меня высокое качество звука? А что, так, цветной курсор. А какая разница, цветного или не цветной? Можно цветного, если хочешь. Да? Да. Ну ладно. Продолжаем. Ой, а нам, подожди, а нам... Сколько пакостей-то надо сделать? Тут... Где смотреть-то можно? Так. Нету ничего. Так, нету ничего. Так, использовать. Он наверняка запустит эту штуку в честь праздника. Так, использовать фломастер. Это что такое? Мыло. Использовать мыло на... Так, что тут еще? Подожди. Туда он не идет. Смотри, он только сюда спускается. Просто проверить, и все. То есть времени нам хватает. С антенной мы ничего сделать не можем. Нет. Мышелок. Так, а куда нам можно... А может быть, торт мышелок? Нет, торт мы засунем петарду. Давай посмотрим, что он здесь делает. Так. Давай. 500, так. А, вот куда мы можем. Только давай, сейчас он не спустится. Я думаю, надо вот эту портретом разукрасить. Наверное, если...
А, теперь поняла. Наверное, мышеловку надо положить в почту, чтобы он попался. Да. Давай. Давай. Смотрим. Это вот мы развесали. Так, а мы только 5 из 6 сделали. Да, как-то странно. А, вот куда надо, вот за место вот этой штучки, чтобы он подул. Все. Теперь я знаю, куда нам надо. Это... Сейчас подуют. Все, сейчас все. Идем и. Блин, тогда идем давай быстрее. Да, я ушел. Почему я не могу подменить? Куда-то убирает его или что? Он с собой его вроде забирает. В карман, наверное. А, ну у него вообще не в карман. Исчезает, пропадает, какая-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еле успели. Что он там, сосед, сказал? Давай-ка еще раз прочитаем. Так, все из трех тосов, дай праздник, как всегда, в одиночку. Путь. Куда он? Ну, не точно в телевизор. Туда даже не пойдет. Сейчас посмотрим, подожди. Куда ее можно затолкать? Вот зажигает свечу. Где он берет эту свечу? Наверное, исчезает у нее свеча. Если честно. А может надо ее положить, он сам ее отсюда возьмет из ящика и зажгет ее? Ты как думаешь? Наверное, да. Давай попробуем, как подарочек ему подсунуть, а он опа, так подожжет и бум. Не, он даже не оттуда берет. Ну видишь, кто-то же берет оттуда. Так, подожди, подожди.
мы наконец-то сделали это задание. А как нет-то? Быстрее. Да как оно? Мы, наверное, будем это проходить все видео. Подожди. Ты видел, что у тебя написано плюсик? Значит, он, значит, это брать. Нет, я даже не знаю, куда можно. Не знаю. Вот сюда, наверное. Вот, вот сюда, в коробку. Вот он отсюда, наверное, берет из коробки. Смотри. Подходит, берет свечу, да? Я так думаю. Вставляет. Сейчас мы. Окей, сейчас давай мы попробуем. Сейчас. Подожди. Да. Давай. Наконец-то. Мы просто не видели, где он свечки берет, а сейчас мы видим. Ну, сейчас смотри, как торт разлетится. Сейчас возьмет мне тут свечи. И подставит. Итак. Здесь мы сделали. Все? Почему все-то? Вот у нас. Яблочный пирог. А, что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, забудешь, что даже про яблочный пирог. И сосед стремглав мчится в ванную. Вуди остается только ловить момент. Должен же... кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Ну, там мы. Пакостить? Как он там? Пакость или сладость, да? Или как он? Сладость или пакость? Как? Не знаешь, да? Ну, ладно. Посмотрим. Сладость или пакость. Сначала прячемся. Посмотрим, что он будет делать. Берет пирог, разогревает его, да? Наверное, если честно. Ха. Так. Так. Куда он идет? Руки мыть. Видишь, у него руки мыть. Хорошо. Ой, нам надо 7 пакостей даже сделать здесь. Себе. Это побрился он что? Освежился? Наверное, почистил зубы, если честно. Посмотрим. Он опять о пироге думает. Опять жрать хочет. Ух ты, какой проглот. Берем туалетную бумагу, засоряем. Успели.
давай, он сейчас покричит. Mm-hmm. Смотри. Как использовать волоски, как использовать пену для бритья. Так, он пока ее там отмыл. Так, пока падает. Ему так не везет. Ты думаешь? Да. Сейчас приклеится, наверное. Так, это нам не туда. А что такое использовать? Волоски. Что там, волоски? А может быть ему сделать так? Приклеился! Пойдем, он на пироге сейчас думает. То есть он в этой серии ни в комнату не заходит? Почему? Да, в этой серии в комнату не заходит. Смотри, это пена для бритья сейчас. О, ему сейчас невкусно будет. Ага, там он уже на пакости летает. Не, сейчас он добавки себе сделает. А что за волоски? Использовать волоски. Так, это средство, волосы растут даже на груди. От этого средства волосы растут даже на груди. Страшно бы, если бы на ступне. Сейчас стоит, смотри, как побежит. Ну извините. Так, если это нам не сюда. Нет, нам надо вставить. Значит, вот сюда вот надо, вот за место вот этой баночки, бутылочки. Ну так-то классно, да? Приклеился. Это нет, в прошлый раз же он приклеился, мы же его приклеили. Это очень было смешно, когда он потянулся вот так вот. Да. Вот теперь пойдем. Так. Смотрим. Давай, ну кушай ты свой пирог и иди. Господи, он ждет. Ты че, не видишь? А так он же разогревает. Мы разогреваем пирожок. Это знаешь, это шла, пирожок нашла. Ел, поел, шпашла. Смотри, как толстый. Да жирняшка. Ну? Сейчас он волосами везде растет. Будь волосатый, как собака. Так, ну все пакости мы сделали. Так. Так, вот у нас футбольные баталии. С помощью пакости можно вынудить. Так, наш сосед ярый футбольный болельщик. За исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. А пианино будет. Фиг ему, а не пианино. Правильно. После таких переживаний лишь любимая фиалка Сьюзи поможет успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. Фиалка, значит, цветочек ему помогает расслабиться. Сейчас. Нет, это вот цветочек. Все, мы отобрём. Ну, короче, я уже. Так. О!
сейчас пока там ругаться будет. Ой, а если он нас сейчас увидит здесь? Пожалуйста, только не проиграй. Иди еще не пойдет в туалет. В туалет, Аня. Не пойдет. Так, здесь мы засорили, здесь напакостили. Снова играет. Опять мячик. Так. Нет, 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 куда иди? Вот, еще сыр взял. Сыр? А зачем нам сыр? Сейчас, подожди. Вот так вот. Ты смотри, он захочет пнуть его. Сейчас он придет. Так, а зачем нам сыр? Ну, для чего-то нужен. Может быть, его надо расспросить. Не знаю. Не надо, не надо. Свечивай. Так, а нам еще 4 пакости. Нет, смотри. Мячик не бросает. Так. А зачем рогатки? Просто так? Просто так? Не знаю. А что такое? А, вот куда надо это... Подожди, нам надо 8 пакостей сделать. А, вот, вот мы и сделаем 8 пакостей. Он понюхает. Раз, здесь два, здесь три. Подожди, он просто так поругался. Ну, видимо, да. Смотри, как воняет цветок. Да, сейчас он понюхает как. И в туалет побежит. А мы что-то еще должны испортить. Нарисовать, а, нет.
съел. Подожди, сейчас он придет, мы вот здесь посмотрим. Вот здесь мы уже все взяли. Да, здесь мы все взяли. Туалетную бумагу мы использовали. А вот здесь что интересно знать? Сейчас, минутку, подожди. Мы что-то еще должны зарисовать. Я даже не знаю, что зарисовать. Нету ничего. Так, посмотреть на ноты. Сосед тут сказал. Так, микроволновку так засунь туда сырое яйцо, все будет весело. Яйца тут нет. Он сейчас еще пока будет. А куда надо? Что-то мы... Что? Так. Что ему сделали? Не знаю. Поругался, просто поругался. А что нам делать тогда? Подожди, не спеши. Что нам делать? Нет. Что нам надо? Пока не знаю. Нет. Даша, не знаю, что нам надо. Взять туалетную бумагу, что-то, не знаю, посмотреть. Наверное, это будем делать все увидеть. Ладно, не паникуй. Так, у нас есть подсказка? Подсказок нету. Так. Буду так, наш сосед Ярфуду, так, так, понятно, у него хотелось немного расслабиться, успокоить нервы, так, ну... Так. Что-то мы не так делаем. Что-то мы не видим. А, вот это может что-то нам надо. Сейчас посмотрим. Ну давай, иди. Вот, что-то взял.
Позвонил. А, во. Вот, наконец. Последний плакать. Нет. Надо было разрисовать телефон. А нет, последний плакать. Вот видишь? А я говорю, что висит там такой подозрительный. Все, так что? Зависла. Почему? Банный день. Банный день. Так, чистота. Залог здоровья. Порядок прежде всего. Итак. Старому вонючке по соседству не терпится как следует отмокнуть в мыльной пене. Вонючка. Так, пока наполняется ванна, сосед разглядывает альбом с фотографиями обожаемой мамули. Так. Слушай, он чавкает конфетами и помешивает пудинг. А Вуди уже тут как тут. 9 пакостей надо сделать, представляешь? 9? 9. Вот и прав. Ты готова? Как и? Пакостя. Ну ок. Так, использовать черную ваксу на, использовать клей на. Сегодня, наверное, купаться. Так. Это что, пудинг поймешь, это внизу пока не идет, нет, вниз. Давай посмотрим. Вот, прошел ванну проверять. Блин, 9 пакостей, это сложно. Если мы последний не пройдем, тогда все. Будем проходить следующее видео с этим. Сейчас, подожди. Сейчас мы на пакости. Идем сначала в туалетную бумагу. Потом. Потом вот так. Он сам пошел. А что так хорошо начиналось? Провал. Но мы повторим. Кстати, первый момент, когда мы только начали играть, мне я как будто видела надпись «Пробовал». Оказывается, провал. Это, да, это провал. Это крах. Мы не сдаемся. Нам только портрет надо разобрать самому. Так, да, но мы не успеваем. Все. Так. А что-то такое мы взяли? А, мыло. Это мыло. Использовать. Так, волоски на. Ага, мы-то мы знаем, что такое использовать шарики для ванны на. Так. Сейчас у меня, наверное, правильно. Сейчас, давай.
Сейчас упадет. Так. Так, это что такое? Молоко он поливает на пудинг. Смотри, волосатый там. А сейчас еще и черный станет. Как смешно. Так. Он таким останется, что ли? Да почему? Лигу порвал. Сейчас мы решим всякой штуки поесть, его на столе побежит. Да, наверное. А, нет, стошнит его, и он... Ну все, дальше уж. Книга, смотри, целая оказалась опять. Как? Как это возможно? Не знаю, Ксюша, не знаю. Само собой. Так, а нам чем-то надо пустую бутылочку-то наполнить. Ну. Что у нас тут еще есть? Это мы все сделали. Так. А как у нее ягода изменилась? Мы не знаю, обратно достали. Так что сейчас мы его молоко испортим. Смыльной пеной за место молока ему дадим. Смешно. Это очень смешно. Да, потому что пена белая, но я скажу, что она не жижа. Что она не жижа? Не молоко, да? Да, не жижа. Сейчас, наверное, опять волосатый. Нет, мы же все сделали, он все один раз только становится волосатым. У нас же больше нету этой. Последняя пакость, последняя пакость. Сейчас он пудинг свой испортит. Что ты, недовольный-то такой толстый? Ну? Ну что ж, на этом все на сегодня. Так, некоторые серии сезона имели бешеный успех. Вам вручается статуэтка бронзового соседа. Ничего страшного. Нам статуэтку дали. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и уже второй сезон мы посмотрим уже в другой серии. На этом все. Пока. Пока. Пока.